Самая высокая в мире обзорная башня открылась в британском Брайтоне. Ее высота 162 метра, а главная изюминка – движущаяся смотровая площадка. Проект разработали супруги-архитекторы Дэвид Маркс и Джулия Барфилд. Они же авторы «Колеса обозрения» в Лондоне и ультрасовременной мечети в Кембридже. Таким образом, сбылась их мечта – показать виды Брайтона с высоты птичьего полета. Новое сооружение – это стеклянная капсула, похожая на пончик. Она скользит вверх и вниз вдоль вертикальной опоры. В ней может находиться до 200 человек. Подъем продолжается 20 минут в дневное время и полчаса после 6 часов вечера. Внутри есть кафе, а у подножия башни ресторан. Строительство обошлось в 60 миллионов долларов. Ожидается, что ежегодно она будет приносить более 40 миллионов доходов.